понимал. Она приходила домой, то есть там, ну не помню, я уже сейчас не помню, то ли полчетвертого, то ли полпятого она уже дома была. Жили там с тещей они. Она говорила, все. Ну ты не смей тут ломаться, эй, чувак, ты че? Пиздец. Ой. Блять, и чем тебя тушить теперь? Подтек весь, блядь. Сними нахуй оттуда, блядь. Слушай, мы отъедем? Куда мы сейчас отъедем? Бля, чувак. Завали хоть куда-нибудь, да. Блять, и тушить-то нечем, ёб твою мать, меня тоже нихуя нет. Воды ничего нету, блядь. Охренеть. Вот это да. Всю жизнь. Анфиса, если ты такая будешь истеричка припадочная, ты всю жизнь одна будешь. Не психуй! Что это? Что это было? Мама, это что? Откуда он выехал? Откуда выехал? Оттуда! Как это? Он пьяный, наверное, в Драбадан вообще. А что это с ним? Он что, в столб въехал? Да, он вот оттуда выехал. Вот, вот оттуда, вот туда. Как это? Ну, у тебя все сняло там. Да ты что? Думаю, да. Надо Диме сейчас сказать. Пошли быстрее, пока он за руль не сел, придурок. Но хотелось бы чуть-чуть поконкретнее, допустим, почему именно не надо печалиться и что в ближайшее. Как это вот у него так ухитрил? Ужас! Ёлок! Ты поближе к Перепелевску живёшь? Смотри, врезалась девка только что. Жесть! Что есть?